Очередные изменения в транспортной системе столицы. Как и обещали в администрации Чебоксар, в рамках реформы на маршруты пришли новые машины. На 46-й 1 марта вышли дополнительно еще 10 автобусов средней вместимости. Всего на сегодняшний день муниципальную маршрутную сеть обслуживают 77 новых автобусов большой вместимости и 53 средней. О том, что еще изменится в рамках реформы, в нашем сюжете. С 23 марта по Чебоксарам начнут курсировать обещанные бездорогие троллейбусы, которые соединят микрорайон Садовый с центром города. Правда, вместо запланированных 5, пока в рейс выйдут 4 троллейбуса. Сейчас мы на холостом ходу обкатывали без пассажиров. Значит, с первого же дня будем мониторить, как это будет происходить, когда будет полный. Были проплачены 5 единиц троллейбусов, да? Поступило пока 4. Да, так понимаю, что завод-производитель Тролза нас подводит. Уже третий месяц не поставляет 5 единиц. Поэтому вынуждены запустить маршрут с 4 единицами. Да, пока тем не менее, какой прогноз по 5 единицам? Ну, по пятому троллейбусу, в принципе, вот планировали они в начале марта, в середине. Будем надеяться, что в апреле месяце троллейбус поступит и на линию выйдет уже 5. Изменения коснутся и схем движения 15 и 22 троллейбусов. На этой неделе рабочие завершат монтаж контактной сети по улице Чернышевского. Благодаря этому конечная остановка 15 и 22 станет не хлебозавод, а производственное объединение имени Чапаева. Количество троллейбусов на 22 маршруте при этом увеличится на 1. Количество троллейбусов на 22 маршруте при этом увеличится на 1. А интервал уменьшится на 2 минуты. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Рязюков, Республика.